С самого утра в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха весело и многолюдно. Здесь проходит праздник для детей с особенностями развития и их семей «8 чудес осени». Его организовали в рамках проекта победителя конкурса президентских грантов «Быть вместе». Это очень важно для социализации и коммуникации таких деток, их семей, для психологического здоровья семьи, для климата замечательного в семье. Аквагрим, аниматоры, сказки, фотозона – каждый смог найти развлечение себе по душе. Также порадовали ребят интересные мастер-классы и выступления артистов. Общаться всем вместе и не видеть преград – это то, что отлично получилось сделать у организаторов, отмечают участники. То, что наши дети входят уже в коллектив, да, вот даже как зрители, это уже большой плюс. То есть мы приходим к обычным, скажем так, людям, к обычным детям, да, которые, может быть, никогда не видели таких детей. У нас бывала такая ситуация, что кто-то даже пугается, да, дети разные бывают с особенностями, вот. И когда детки обычные, здоровые привыкают вот к детям с особенностями, они совсем по-другому принимают их, и дети раскрываются. В течение учебного года для детей с особенностями развития планируется организовать еще 4 масштабных мероприятия. Все вместе отметят Новый год, День аутизма, праздник пап и мам и, конечно же, главное событие – День защиты детей. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцово».